столько прелести в нем и красоты. Да, но ведь это прошлогодняя зима, а нынешний декабрь больше походил на раннюю весну. Что делать? Сюрпризы погоды. Взрослые уже привыкли, а что касается ребят, то для них главное была бы елка, а Новый год все равно наступит. Детвора решила мудро и первой заполнила столичные магазины. Приближался праздник, радостный для всех. А это что за люди? Это рыболовы. Их даже не страшит и тонкий лед, ведь они обещали завалить праздничный стол свежей рыбой. Но разве может сравниться этот улов с тем, что так любовно приготовил шеф-повар Иван Тимофеевич Козырев? Это его 50-й новогодний ужин. Экспресс Москва-Пекин встретит Новый год в пути. Китайская и русская девушки хотят, чтобы в этот вечер пассажиры чувствовали себя как дома. И вот над Москвой опустилась новогодняя ночь. 10 минут осталось до 1961 года. И в эти минуты на свет появился новый советский гражданин. Спи, малыш, а когда ты вырастешь, то узнаешь, каким был год твоего рождения. Год 1960-й. Это был год, когда миролюбивая политика советского правительства, возглавляемого Никитой Сергеевичем Хрущевым, нашла самую горячую поддержку в сердцах миллионов людей. Так было в Индонезии. Во Франции. В Австрии. В Финляндии. 1960 год войдет в историю как год освобождения Африки, крушения позорной системы колониализма. 16 стран этого континента стали членами Организации Объединенных Наций. От имени советского правительства с трибуны Организации Объединенных Наций товарищ Хрущев предложил покончить с позором колониализма. Он вновь внес предложение о всеобщем и полном разоружении. Советский народ выражает единодушное одобрение внешней и внутренней политики советского правительства. Верные всепобеждающему учению марксизма-ленинизма мы смело идем вперед, и нет такой силы в мире, чтобы остановить это движение народов к светлой цели. Вот лишь немногое из наших свершений. Вступила в строй действующих предприятий Криворужская комсомольская домна, самая большая в мире. Мы радовались, когда все турбины Сталинградской ГЭС заработали на полную мощность. Еще один незабываемый момент. Открыт доступ к несметным богатствам железной руды Курской магнитной аномалии. От Бухары до Ташкента прокладывался газопровод. Досрочно закончено сооружение гиганта семилетки стана 2500, построенного в Магнитогорске. Эти стальные листы – первый прокат. Советская страна – миролюбивая держава. В одностороннем порядке у нас проводится сокращение вооруженных сил. Демобилизованные воины поехали туда, где шла борьба за хлеб, на бескрайние просторы целины. Труженики социалистических полей пополнили закрома нашей родины миллиардами пудов хлеба. В солнечном Таджикистане собрано 460 тысяч тонн хлопка. А далеко на севере покорял льды первый в мире атомоход «Ленин». Второй советский космический корабль, совершив полет вокруг нашей планеты, благополучно доставил на Землю первых путешественников, космонавтов «Белку» и «Стрелку». На Олимпийских играх в Риме советский богатырь Юрий Власов, показав феноменальный результат, по праву теперь считается самым сильным человеком в мире. В канун нового 1961 года во все концы советской страны летят теплые пожелания счастья и успехов. Звучат новогодние поздравления. Николай Мамай,
Я поднимаю бокал за славный передовой отряд рабочего класса, славных горняков и шахтеров. Думаю, что и в новом году семилетки они добьются наилучших успехов. Говорит Татьяна Перешивка. Мне сегодня хочется пожелать всем советским людям большого счастья и хороших успехов в труде. Вместе со своими молодыми друзьями совхоза «Победитель» встречает Новый год и Татьяна Перешивка, известный в стране животновод. Балерина Елена Рябинкина. Наступающий Новый год явится для меня годом новых творческих исканий. Мне поручили приготовить партию «Царь-девицы» в русской сказке «Конек-горбунок». Я мечтаю создать правдивый образ в этом балете. В этом году мы познакомились с Борей Бархатовым, героем фильма «Сережа». Скажи нам, Боря, что у тебя было хорошего в 60-м году? Вышла на экраны кинокартина «Сережа». Вы, наверное, ее все уже видели. И поэтому вы сами судите, как там, хорошо я сыграл или нет. Потому что я не разбираюсь в этом. Скажи нам, Боря, что ты собираешься делать в 61-м году? Ну, я пойду в школу. Ну, пока у меня еще планов нет. 1960 год был годом большого новоселья. И сейчас, когда радостный праздник приходит в каждый дом, нам в первую очередь хочется поздравить с новым 1961 годом новоселов. Новую квартиру получила семья Михаила Ивановича Репьева, мастера автозавода имени Лихачева. Мира и счастья вам, дорогие друзья! За дружбу, за любовь! За тех, кто далеко от своего дома! Родина всегда помнит о своих отважных сынах-полярниках! На дрейфующую станцию «Северный полюс-8» самолет доставил подарки, письма и зеленую елочку! За тех, кто в море. За тех, кто в пути. В эту новогоднюю ночь во все концы спешили Деды Морозы. Среди них были и те, кто приехал из далекой Африки, студенты Московского университета. Они направляются к своим друзьям на новогодний бал. Зима. Вот у них зима, а у нас, ну, конечно, есть. Конечно, есть кое-что. Есть, но не то. Все мы как один, должны бороться со злостными алкоголиками. Как один. Должны бороться мы. С злостями. Должны бороться. Как бы нам хотелось, чтобы в будущем году мы не встречались с этими персонажами. Чтобы нас окружали честные, добрые, хорошие люди. Так сказал Аркадий Райкин. А сейчас мы возьмем еще одно интервью, последнее в 60-м году. Ведь в ответ не такой уж новый метод. Желание мое, его каждый поймет. Я хочу, чтобы очень солнечным был этот Новый год, Новый год, Новый год. Чтоб дела хорошие и славные непременно удались. И чтоб сбылись мечты все наши главные. И чтоб не главные сбылись. Дорогие товарищи!